Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху созывает экстренное совещание ключевых министров для обсуждения борьбы с нападениями вооруженных камнями жителей арабских деревень на израильские автомобили, всплеск которых наблюдается в районе Иерусалима. Встреча была назначена после воскресной автоаварии, в которой погиб водитель-израильтянин. Полиция предполагает, что мужчина потерял управление и врезался в столб, попав под град камней у одного из арабских предместий Иерусалима. Совещание запланировано на вечер вторника, сразу по окончании празднования Нового года по еврейскому календарю. На него приглашены министры обороны, внутренней безопасности, юстиции, транспорта. В июле израильский парламент принял поправки к Уголовному кодексу, которые ввели длительные, вплоть до 20 лет, тюремные сроки в наказание за метание камней в автомобиле.